если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да, да, да. Но хотя там и опилки, но кричал, а также шумелки, подтелки, запелки. Сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, пчелы там жужжат, да? Это же неспроста. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит? А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. Так высоко строить дом. Ой. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед понравится. Упал, да, Мишка, упал. Гробницы сойду в таинственную сеть.